Всем привет! Сегодня мы будем готовить домашний мармелад. Для этого нам потребуется желатин, формочка для мороженого, силиконовая форма. Мы приготовили 2 стакана, 1 стакан с колой и 2 стакан с земляничным сиропом, шприцы и металлический ковшик. И, конечно же, ложка. Возьмем стакан с колой и добавим 1 столовую ложку желатина. Желатин с колой нужно хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков. Перельем колу в ковшик. Все хорошо перемешали. И теперь поставим ковшик на плиту, но доводить до кипения нельзя. Теперь мы возьмем шприц и наберем в него колу. И наполняем наши формочки колой. Итак, мы формочки заполнили, но у нас еще осталась кола, и мы ее нальем в мороженницу. И вставляем палочку. Теперь мы силиконовую формочку убираем в холодильник до застывания мармелада. Берем земляничный сироп и точно так же добавляем в него 1 столовую ложку желатина. Переливаем сироп в ковшик. И продолжаем все тщательно размешивать. И ставим ковшик с сиропом на плиту. А пока мы разогреваем наш сироп, подписывайтесь на наш канал и ставьте палец вверх. Берем нашу формочку для мороженого. Здесь у нас уже пепси залито. Берем шприц и точно так же набираем сироп и переливаем его в мороженницу. Мы убираем формочку для мороженого в холодильник и ждем, пока мармелад застынет. 2 hours later. Ну что, прошло 2 часа. Будем пробовать извлекать наши мармеладки из формочек. Для начала попробуем извлечь из мороженницы нашу мармеладку. Потихонечку. Если мармелад не выходит, формочку нужно нагреть в горячей воде. И вот наша мармеладка готова. С земляничным вкусом. Витюше можно дать попробовать, она полезная. Будешь пробовать? Вкусненькая?
будешь еще? Сейчас пробую. Вкусно. Дальше попробуем извлечь наши мармеладки из силиконовой формочки. Так, первое извлечем сердечко. Получилось. Дальше лук. И далее будем извлекать все оставшиеся мармеладки из силиконовой формочки. Ну что, наши мармеладки готовы. Теперь мы будем их есть. А вы подписывайтесь на наш канал и ставьте палец вверх.